Красный огонь. Красный, есть поражение. Сегодня у нас будет реплей-загадка. Дело в том, что я, когда мне присылают реплей, я его сразу просматриваю. И перед тем, как закинуть в папку, если я его оставляю для рубрики, я делаю себе пометки. То есть, что в этом бою было интересного, чтобы потом долго не вспоминать. Потому что очередь реплеев довольно-таки большая, и пока я до этого реплея дойду, потом опять нужно будет вспоминать, что я такого интересненького в нем увидел. Так вот, в пометках к этому реплею было... разобраться, в чем загадка этого игрока. В общем, чтобы вы понимали, здесь будет очень много домашки. И при этом это не будет какой-то сверхпотный, нагибучий, интригующий бой. То есть это будет просто парень под ником, кстати говоря, Танкист78Рус, приехал на челике 10-м в стандартное направление для ОБТ и всех развалил. Примерно вот так. В общем, давайте смотреть. В общем, как я уже говорил, да, стандартное направление, куда обычно всегда приезжают. Подъезжает, правда, он довольно-таки нагло. Опять же, поджимчик очень грамотный, и это можно делать, я делал уже гайд по этой карте, из того респа, кто быстрее приехал, тот, в принципе, занял лучшую позицию. Как мы видим, как раз он приехал очень агрессивно, несмотря на то, что союзники далековато. И давайте будем смотреть, что из этого получится, потому что челик поджал. С правой стороны у нас есть один челик, с этой стороны подъехал другой челик. Челик танкует, просто первые выстрелы идут в никуда, получает плюху, сам не наносит урона. В это время контролирует с правой стороны челика. Тут челик как-то подвис, немножко неудачно поставил НЛД. То есть, как видите, он постоянно мониторит и справа ситуацию, и слева. Этого челика получается довольно-таки легко дамажить. Он пока зависает на камешках и отвлекается на союзников, пытается от союзников танковать, получает отсюда. Но в целом пока все стандартно. Опять же, НЛД сильно поднимает, не получает, не успевает ему дать. Сам высоко тоже не поднимается и постоянно поглядывает. Хорошо здесь, да, ну естественно подставляет борт. Борт башни челик и получает туда, поглядывает постоянно на правую сторону, пока никто не светится. И, ну, мне кажется, один из как раз таки вариантов, не залетает кумулятивный снаряд, нужно было добивать, падает вниз, чтобы танковать челика, все правильно. Одна из как раз таки, мне кажется, из секретов этого боя в том, что он очень хорошо в целом контролирует всех появляющихся противников в радиусе его доступности, да, то есть вот где он сможет пострелять. Здесь он решил, отпустил челика, увидел там челика вдалеке, причем за камешком челик был, то есть вот так его не было видно, но он немножко сдал в сторону и дал ему. Опять же, здесь пролетает объект, но объекту получается минималку только дать. Посматривает постоянно сюда по перезарядке, то есть самое главное, что он делает, ну то, что я бы подметил, он делает выстрел, пока идет перезарядка, осматривается, где кто. Делает выстрел, осматривается, кто где. То есть очень хорошо умеет контролировать вот именно момент. Он не сидит просто застывший, как это делают особенно новички, в снайперском прицеле. То есть когда частенько игроки выезжают, такие зацелили кого-то и сидят в снайперском прицеле, не вылазя оттуда. И тем самым они не контролируют ситуацию вокруг, они не видят, кто еще в это время светится, в кого еще можно пострелять и кто в него может пострелять. И это очень важно, мне кажется. Опять же, смотрит челика, выстрелил сразу, там Леклерка, помнит про Леклерка. Здесь видит, что пока вариантов нету, увидел, что Леклер танкует, челик недоступен, нужно менять позицию. Переезжает, здесь кумулятив, конечно, особо не пробивает, всего 130 урона наносит. Но, опять же, подъехал сюда, здесь увидел, что светится аккуратненько из-за рельефа, пытается выезжать. Здесь же высовывается резко Леклер, который его не пробивает, дает выстрел, откатывается назад. Смотрит ситуацию. Челик. Где челленджер? Где Леклер? Все контролирует. Можно ли пострелять в одного, в другого? Сменил позицию. Был только что с одной стороны этого холмика, подъехал в другую сторону холмика, продамажил Леклерка. Смотрит, где челленджер, где Леклер. Пока тот спрятался, выезжает, есть возможность выехать, пострелять вот в этого Леклерка. То есть, ну, делает все просто максимально четко, не зацикливается на одной цели, контролирует, опять же, обзором всех противников, которые здесь есть в доступности.
мне кажется, вот это самое главное, что нужно делать. Опять же, четенько, как раз получилось. Леклерк начинает выезжать, подставляется, тут же от него получают плюху. То есть абсолютно, опять же, еще выстрел добивает Чилика. Абсолютно никто из противников, кто есть в доступности и подставляется, никого не пропускает. Просто сразу же моментально оттуда выехал, оттуда выехал. Здесь Челику можно попробовать кумулятивом его осколочным добить. Делает выстрел, но не добивает его. Неизвестно, полетел там выстрел, не полетел. Ну да, Челика остается совсем крохи. Можно кумулятивным опять же добить. Аккуратненько отъезжает. Здесь дальше перестрел. То есть в этой перестрелке они всех победили. И уже 10 тысяч урона. Дальнейшие продвижения всегда тяжковатые. Но давайте смотреть, как это будет происходить у него. Счет ровный, причем заметьте. Они не сливают без шансов. То есть счет 11-10. Кумулятивно-осколочный не залетает Челика. Но Челик зависает очень не вовремя. И тут же получает последний кумулятив. Добивают челленджера. Здесь вдалеке есть пятнашка. Пятнашку плохо видно. Она кидает дуплет, не попадает. Ну вот здесь он решает немножко поддавить или нет. Пытается, да, все-таки решил поехать дальше. Пытается аккуратненько от челика, ой, от кинжала сейвится. И просто кумулятивный снаряд дает ему боевую кладочку. Сразу почти 1500 отлетает от кинжала, который, казалось бы, корпусом прикрывался. Все было нормально, от камешка танковал. Вот эта канавка, опять же, очень хороша для того, чтобы развивать это направление. Я для себя этот момент тоже запомнил и периодически уже использую. В общем, остается, кто у нас остается? У нас остается ТТБ, который там убегает. Можно аккуратненько его поддавливать. Опять же, через дымы поджимается сначала к той позиции, где могут быть еще всякие ИТ-шки, ББМ-ки. Вот сюда, на холмик. Теперь можно покошмарить их отсюда. Причем, заметьте, у него особо здесь как раз кинжал, жаль, кинжала, кстати говоря, ли он специально ему хотел еще раз боевую кладку взорвать, именно кидает ему в башенку, в установку саму. Ждет, пока КАЗ закончится, но КАЗ заканчивается, и заканчивается кинжал. Собственно, падает вниз, здесь есть замечательный ТТБ, которому, к сожалению, не залетает в МТО кумулятивный снаряд, и нужно его быстренько теперь, пока он в открытом доступе, просто в ВЛД. Просто в ВЛБ, ВЛД еще залетает 919, и в целом вот тут уже начинают противники сыпаться. Там постреляли, забрали, добрали кинжала, добрали ТТБ, у которого шанса не было, и остается только дальний какой-то картон, от которого, опять же, главное не выгребсти, но у них здесь никого нету, поэтому можно дальше делать просто классический спокойный настрел по засвету. Он видит, что дальше проехали уже всякие 249-е, к сожалению, 249-й решает покончить жизнь самоубийством, но не подставится, но скатывается очень аккуратно и все-таки получает кумулятива на 1100. Ну и в общем, дальше просто идет элементарная стрельба по спинам противников. То есть, вот как-то так. И вы понимаете, что как бы результат сейчас увидите на экране, какой будет в итоге. А при этом он минимум получил урона. Минимум. Я не могу сказать, что противники как-то тупо подставлялись. Я не могу сказать, что он сделал что-то невероятное. И тем не менее, это 6 фрагов и 16500 урона. Хороший контроль, в принципе, всех целей. Вовремя выезжал, вовремя наказывал всех, кто подставлялся. Это определенно лайкос.